Миш, ты знаешь, зачем я тебя сюда позвал сейчас? Нет. В общем, сейчас узнаешь. Мы же с тобой братья, верно? Да, верно. А братья всегда должны помогать друг другу, ты это знаешь? Да, знаю. Ну и прекрасно. Миш, мне мама сказала сегодня прополоть одну грядку. Там убрать нужно солнечки. В общем, хорошо нужно прополоть. Ты поможешь? Нет. Как нет? Ну мы же братья, Миш. И что? Миша, я тебе дам поиграть в свои игрушки. Так у нас же общие игрушки, мама так говорит. Миша, все. Миш, ты посмотри, как на тебе такая форма красиво смотрится. Ой, не зря ты со мной на огород пришел. Прям сапожки, трусишки и шапочка. Ты такой красавчик. Миш, вот она, наша грядочка с тобой сегодня. Что-то она большая очень. Да, больше, она очень большая. Я передумала, я пошла домой. Миша, я быстро на грядку пошел. Какой домой? Бой. Быстро, я сказал. А что, прям яблоками выдергивать эту травку? У нас будут лапки грязные. Ну да, пошли за тяпкой, что-то я не подумал опять. Паша, скорее смотри, я на черепахе еду. Миша, какая черепаха, быстрей на грядки. Какие могут быть грядки, если за черепаской надо следить? Я занят. Паша, а почему ты только взял одну тяпочку? А зачем там много, иди сюда. Начинай полоть, я командую. А почему ты командуешь? Потому что я старший брат. Правильно, Бась? Да, правильно, правильно. Делай, молодец. Еще травку лапкой убирай. А еще? А лапка же все равно будет грязная. Ну, для тебя перчатки не придумали. Что я сделаю? Миша, ты пока делай, а я пока погулять немножечко схожу, а то мне нужно развеяться, чтобы не получить этот, как там его, удар от солнца. Во, солнечный удар. Поэтому я пошел, Миш, ты здесь еще давай хорошенько делай, не скучай, давай. Ну, Бася, ну ты куда? Все, с меня хватит, я ухожу. А я надеюсь, Миша не расскажет там, что он один остался и полол за тебя. Не, Миша не расскажет. Он прополит сейчас, а мы с тобой погуляем. Ой, тихо, осторожно. Да я даже не ушиблась. Вот, я не договорил. Миша 100% не расскажет. Я как приду домой, ему конфеты там, игрушки свои дам, он поиграет и все. Вот, и грядка прополна. Ой, господи, муха залетела. И грядка прополана будет, и мы погуляем, и Миша доволен. Бась, давай нырнем, жарко все равно. Ты что, Лёль, тут же очень грязно. Ну что, не всегда же плавать в чистой воде. Я знаю, почему ты плыгнуть хочешь. Ты же лягушка. Ну да. Thank you.
ля-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 ля. Не понял что-то я сейчас. Ну, Мифа, я тебе сейчас задам. Мифа, я что-то не понял, иди сюда. Чего ты кричишь? Зачем ты меня возбудил? Я же так хорошо спал. Ты чего грядку не пробовал? Я что, виноват, что это тебе дали? Грядку пробовать, а не мне. А ты взял и ушел. Эх, ну да, не прокатило. Теперь нагулялся, пойду грядки полоть.